В первую очередь, конечно же, хотелось бы поблагодарить весь братский народ Абхазии за такое гостеприимство, аура, которая царит в этом замечательном уголке, благоволит только лишь на добрые дела и помыслы. А связи, которые объединяют Карачаево-Черкесскую республику с республикой Абхазией, имеют очень большую историю, которая длится десятилетиями, и это говорит о том, что народы, проживающие Карачаево-Черкесской республики, с огромным трепетом и радостью прибывают в республику Абхазия со своими культурными начинаниями. Ввиду того, что Карачаево-Черкесию населяет более 80 национальностей, а в Российской Федерации проживает их более 100, то можно сказать смело о том, что в Карачаево-Черкесской республике сосредоточилась почти вся Россия. Ввиду многоликости, многообразия, многоконфессиональности. И Республика Абхазия является доказательством того, что братский народ абазинский и абхазский имеют неразрывную связь. И подтверждение тому – это каждая встреча на различных уровнях с коллегами по культурному обмену, по каким-либо дипломатическим связям. Поэтому я думаю, что в первую очередь это продолжение тех благих дел, которые начинали наши старшие.